Привет, котятки! А мы чемпионы! 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 Оле, оле, оле! Чемпионы! Выдалась зубодробительная концовочка чемпионата, но обо всем по порядку. Итак, наша команда после домашнего матча с Сибирью отправилась в Курск. Там прошел очередной валидольный матч, но наша команда снова показала характер и отгрузила курянам двушечку. Это была весомая заявка на победу в первенстве. На следующий день проходили остальные матчи. Выход в премьер-лигу мы оформили, сидя у компьютеров. Енисей не смог обыграть на выезде неуступчивый Шинник, и сибиряки лишились математических шансов на прямое попадание в элиту. Респект Александру Побегалову и его команде. Но впереди оставался еще один важный вопрос. Кто же станет чемпионом? И в следующем выездном матче в Тамбове все точки над «и» были расставлены. Кто? Кто чемпионы? Конечно же, мы! В Тамбов поддержать нашу команду приехало около 60 болельщиков. Несколько сотен человек поехали в аэропорт встречать команду, и я в том числе. Смотрите, у нас даже оркестр есть. Вот они, это наши. Это наши. Наоборот. Стойте, а может они вверх летели, а потом... Может, они обратно? Нет, так не надо. Вверх, а потом нет. Нет, не надо. А вон, может, эта звездочка, это и есть они? Да, наверное, это звездочка, это. Слушайте, а он так взлетает, реально. Это наверное, это... другой самолет. Да, а что он так взлетает вот так вот? Он что, ракета, что ли? Логично. Они как по таблице летают, так и на самолетах. Наверное. Анимированные. Да. О, люди! Здравствуйте! Диму народ вообще не отпускает. Победой! С победой! С победой! С победой! Адрес победы! На следующий день состоялось чествование чемпионов в Доме культуры и спорта «Газовик». Огромное спасибо от всех горожан за игру, за красоту спорта, за футбол. Первые лица города и области поздравляли команду. Был вручен
получен кубок победителя ФНЛ. Золотые медали и золотые майки. Вот такие! Мы чемпионы, друзья! До встречи на матчах Премьер-лиги! Выиграем!